У нас сейчас обед, разогреваю суфтик и поджарю халуми. Это мне и Аврааму больше. А больше нет никого дома, Рафаэлька, но Рафаэлька такой сыр не будет. Вот, мне это, конечно, огромный кусок. Я даже не знаю, наверное, пополам разделю. Да. Очень сытный, но это же вместе с супчиком обжарю сейчас. Так, ну видите, я все-таки свой кусочек разрезала пополам. И еще вот здесь он широкий, я еще и здесь разрезала пополам. Можно было и чуть поменьше поджарить. Вот так вот его приминаешь. И он становится такой сочненький, внутри мягенький. И это сыры с плесенью. Растает. Здесь нужно протирать воду. Убираем. Созревать сыры должны с плесенью в контейнере, потому что им нужна большая влажность. Ну и чтобы плесень не расползалась, убираем сразу в контейнер, закрываем крышкой. Забегалась уже. Сейчас промешаю. Пока это пускай самопрессуется, подстечет, потом пускай, чтобы здесь не ковыряться, да? Так, а мне нужно по-быстренькому. Мне нужно плиту протереть, потому что она залита с сывороткой. Не очень-то она была залитая. Сразу поставлю.
ребрышки какие-то тут у нас. Какие-то. Так, кусочки немножко... Стой. Кусочки подрезать, да, некоторые? Угу. Да. Ребрышка. Весь пакет не уйдет, наверное, а там кто ее знает? Посмотрим, это может, да, может и весь пакет. Красивенькая. Ничего не видно, да? Хватит, на 2 дня хватит, а то жара, ну куда на неделю готовить. Остаются, ничего страшного. Гуляшек. Это, конечно, нам на раз даже не хватит, я не буду жарить. Ну, будет лежать до следующего козла гуляшек. Там еще фаршик есть у нас. Захотелось чесночку. Он у нас есть вообще? Есть чесночок? Да? Как-то. Брошу прям такие целиковые. Не буду резать. Сковородочки, видите? А можно было и сейчас лук, да? Ну да, потому что я-то думала, здесь оно прям не до конца разморозилось. Я думала, сейчас здесь воды будет, а нет. Сейчас раз... Немного, немножко пока лучка. Потом основная вся часть лука потом уже пойдет. Это так, сейчас для вкуса. Вот. Красота, правда же? Мяско само, да? Какое приятное. Угу. Очень уж, да? Очень. Да, ну немножко уже лучок-то вкус дал. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, просто сыворотка жду. Рисуемся дальше. Сама.
насушила, как называется, обшелушила, ободрала, в общем, мятку. Вот сколько у меня мятки. Вот сколько. Ну, немного, конечно. Ну, хоть столько развели там. Разного вида. Вот. Одни такие, как такие пушистенькие листики. Вот. А это такие, как тоненькие листики. И здесь два вида. Запах такой, обалдеть. На халуме. Дэнь, ну-ка поругайся на них, Дэнь. Поругайся на них, чтобы они к тебе там, смотри, не шли. Угу. Дэнь, красавчик, приехал на автобусе, все экзамены сдал. Все экзамены на пятерке, какие сдавали. Все. Теперь каникулы. В колледже он учится, теперь второй курс. Ай! Дэнь, подгони! Паразиты такие, прям упорно уже бегут. А? Начинается у нас свистопляска. Дэнни, козлят, покорми! Давай, альпунь! Чё-то жуёт не спеша. Вы и там так наели, смотри, еле идешь. Давай. Корова, ты с ним поздоровалась? Она Алтая облизывает. Всегда. А почему Алтая? Потому что он всегда подходит, ему же мало. И он всегда подходит к кормушке и ворует у нее траву из кормушки. Она его, давай, она его облизывает быстрее от радости. А, смотрю, никого нету. Двери открыты, они гуляют, а где они гуляют? Куда ушли? На речку ушли, а мы не видели их. Они в другую сторону пошли, папаня. С работы возвращается. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Ой, вот они. Нарисовался. Где ты? А где вторая? Где они? Купался, он говорит, мокрый. На речке. А может, в ванне купался, не надо на меня прыгать.